Ливерпуль, Порту, Севилья, Рубин. Нет, это еще пока не состав группы в Лиге Чемпионов, но с сегодняшнего дня эти команды кое-что связывают. Накануне на Казань-арене прошло событие, которого болельщики ждали очень давно. Рубин представил новую форму. Отныне команда Курбана Бердыева будет играть в комплектах от компании New Balance, той самой, которая уже одела суперклубы из Англии, Португалии, Испании. Контракт с американским техническим спонсором подписан на очень выгодных условиях. Кроме того, он долгосрочный, 3 сезона, так что у болельщиков будет время на то, чтобы влюбиться в новую экипировку клуба. Мы рады, что в России компания выбрала именно футбольный клуб «Рубин». Мы постарались самых преданных наших болельщиков сегодня позвать, презентовать для вас нашу новую форму. Этот бренд ставит перед собой масштабные цели. И для выхода на российский рынок ему нужен был сильный самобытный клуб. Так что здесь в одной точке совпало сразу несколько интересов. Формат мероприятия попал в самую десятку. Согласитесь, довольно редко игроки, болельщики, ветераны, руководство оказываются практически бок о бок друг с другом. Это всегда особенная история. Она сближает. Есть возможность оценить за чашкой чая красивый гол, жесткий подкат, да и просто перекинуться парой фраз о жизни. Сейчас, конечно, мне очень завидно и очень я рад, что наш Рубин выходит в такой замечательной форме. И хотелось бы, чтобы Рубин в этой форме показал себя самые наилучшие показатели нашего футбола. Поэтому мне хочется еще раз передать от лица ветеранов команде Рубин, что надо, в которой они выходят в форме, надо ее себя показывать. И свою игру, эту форму надо оправдывать. Я хочу пожелать всем болельщикам и всем тем, кто имеет отношение к Рубину, чтобы мы еще раз испытали те эмоции, которые были в 2008-2009 году. Потому что дух Рубина, он есть, и он будет, но для того, чтобы мы испытали эти эмоции, нам надо все вместе хорошо потрудиться. Встречаем первый квартет футболистов. На такое мероприятие клуб делегировал своих лидеров – Кузьмин, Набиуллин, Аздоев, Бауэр, Рыжиков. Ну и, конечно же, Сесар Наус, которого зрители встретили отдельными овациями. Игроки выходили на сцену в ярком свете софитов и легком тумане, как настоящие рок-звезды, что только добавляло действу антуража и красок. С цветовой палитрой все конкретно и ясно. Домашний комплект выполнен в классическом рубиновом тоне. Из заметных изменений бросается в глаза элегантный воротник. Майка теперь утонченная поло. Кроме того, изменился шрифт, он стал более крупным и объемным, а главное, на груди теперь красуется логотип титульного спонсора. Того самого, с которым Рубин брал чемпионство. Защитник, выступающий под 23-м номером, Морец Бауэр. Гостевой комплект вызвал самую большую интригу. Он выполнен в национальных бело-зеленых цветах, что говорит о республиканской принадлежности клуба. Сейчас мимолетного взгляда на экран будет достаточно для того, чтобы понять. Играет Рубин. Под 5-м номером Рагнар Сигурдсон. Под ваши аплодисменты. Гостевая форма Рубина. Трио вратарей. Форма голкиперов футбольного клуба Рубин от компании New Balance. Вратарь Тимур Акмурзин, выступающий под 16-м номером. Вратарь молодежной команды футбольного клуба «Рубин» Егор Тушев, выступающий по 38-м номером. И легенда футбольного клуба «Рубин» номер 1 Сергей Рыжиков. Гостевую форму представляет Морец Бауэр. Любой футболист скажет вам, что игровая майка для него словно вторая кожа. В ней должно быть удобно и легко. Надеемся, что ткань, крой и швы от New Balance будут помогать нашим парням показывать свой максимум в каждом матче. Что касается ткани, она называется NB Dry. Влагоотводящая ткань, которая быстро сохнет и отводит пот от тела спортсмена во время игры. Я думаю, бренд New Balance позволит футбольному клубу «Рубин» выйти на новый уровень игры. Спасибо.
Покинув сцену, игроки не спешили разъезжаться по домам. Вышли в народ. Последовала теплая автограф-сессия, где каждый желающий мог пожать игроку руку, сделать селфи на память, да и просто пожелать удачи. Перед важнейшей игрой с Уралом. Отличный эмоциональный заряд.